И всем привет, мои дорогие друзья, с вами сегодня мистер Дэн Пром. И сегодня мы будем играть в игру под названием Geometry Dash Sub-Zero. Ну, давайте начнем. Начнем с первого уровня. Я в эту игру давно уже играю, но могу фейлиться на очень легких моментах. Извините, что так долго не было роликов. Надеюсь, вам понравилось мое интро. Ну, поехали играть. Я буду молчать. Надеюсь, вам музыку слышно. Это самый легкий уровень, кстати. А легче не бывает. Это самый легкий уровень в этой игре. Как вы знаете, его очень легко пройти, но и он очень интересный. Видите, как здесь круто все. Вот он меня сейчас почти догонит. Вы видите? А я вот сюда и все. Сейчас самое крутое будет. Ой, блин, встретимся на том моменте. Вот вы видите, я опять зафейлился. Но мы продолжаем. Так. Я снова с вами, произошли маленькие неполадки, но все, я теперь никуда не уйду. Продолжаем играть. Надеюсь, вам меня слышно. Так. Так, вот тут мы остановились. Так, вот, вот тут, да. Вот тут я и проиграл. Вот сюда. Сюда, сюда. Вот, мы уже на другой арене. Вот это мне больше всего нравится в этом уровне. Ой-ой-ой. Ну, блин, вот видите, фейлы такие глупые. Ну, а мы встретимся на другом уровне. Ну, а этот уровень называется Knock N. Я его прошел на 63%, но мы будем его сейчас проходить. У меня будет одна попытка. Так пройду, так пройду. Это очень крутая музыка. Так. Оп. Надеюсь, вам слышно. Музыка, вот самое важное. Это музыка. Так. Оп. Оп, оп, оп. Оп, оп. Опа, опа, опа. Мне кажется, мне нравится эта музыка здесь. И самый крутой момент. Я молчу. Ох, вот опять. Встретимся на том месте. Опа-ча. Ну, блин, короче, что-то мне не получается играть. Я в этом уже снял с паузы, сразу же проиграл. Ну, блин, извините, получился короткий видеоролик. Всем пока. Хотя... Не знаю. Ну, давайте еще одну. И все, и точно пока. Да что ж такое? Не знаю, разучусь играть, но ладно. Извините, я нубик в этой игре, как оказалось. Всем пока, с вами был мистер Дэн Про. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И бай, гуд бай.